Да. Добрый день, дорогие коллеги! Мы продолжаем наш проект «Женщины в бизнесе. Секреты успеха». Сегодня в гостях владельца компании в Италии Аменита Travel. Наташу знаю уже несколько лет, мы вместе работали. И слов не даю сказать. Скажи, пожалуйста, здравствуй нашим зрителям. Да, всем добрый день, всем привет. Да, и зная Наташу давно, знаю, что она меня всегда поражает, да, при этом такой образ у тебя, такой тонкой, воздушной блондинки-красавицы, двое детей маленьких, муж, бизнес. Меня все время поражает, что ты все время, во-первых, в таком позитивном настрое, и все время успеваешь вот это как-то еще все между собой вместе связывать. Я хочу допытаться сегодня в этом видео, и чтобы наши зрители могли понять, как ты это делаешь, в чем твои секреты, как ты совмещаешь вот эти все зоны ответственности. Я понимаю, да, что, наверное, где-то провалы бывают когда-то, но в целом ты умудряешься тащить все зоны жизни, да, важные для женщины. Расскажи, как вообще, чтобы, может быть, там далеко не вдаваться в далекое прошлое, но как ты вообще стала бизнес-вуменшей? Как это произошло? Ой, ну, наверное, главный секрет, главный мой двигатель – это любовь к делу, к моему делу, и любовь, огромная любовь, искренне от всего сердца, в стране, в которой я живу, к Италии. То есть, наверное, отсюда я не планировала приезжать в Италию, я после университета уехала учиться в Испанию, но потом так сложилось, что я приехала сюда, по работе, и все начало складываться таким образом, что я попала в туризм. И вот, наверное, ежедневное, вот как я еду из офиса домой, из дома в офис, вот именно вот эта вот итальянская атмосфера, несмотря на то, что я здесь уже живу 15, нет, 16 лет, 16 лет. Вот, наверное, вот это каждый день мне дает энергию. Я не знаю, как это назвать. Мне, когда я уехала, была тоже, ну вот начинала, родители мне говорили, ну тебе, ты же была в Испании, тебе так и Рим надоест. Нет, вот не надоедает мне Рим, несмотря на то, что уже здесь есть твои сложности, как бы жить в Риме, в Италии и отдыхать в Италии, это абсолютно разные вещи. Вот, ну, наверное, вот это основное. Как я начала свое дело? Ну вот, опять же, я начала работать в туризме. Первая моя работа была государственная, скажем так. Мы организовывали, я работала на ассоциацию АНЧИ, ассоциацию итальянских муниципалитетов, которые на тот момент работали с ассоциацией Союза малых городов Российской Федерации, и меня взяли, потому что я была русскоязычная, говорила по-итальянски, и начала оттуда, вот пошло все, я начала организовывать поездки для итальянских мэров в Россию и российских мэров в Италию. Далее мой опыт продолжился в туроператоре Visit Italy, Italiana SRL, многие коллеги, возможно, знают, к сожалению, уже этой компании нет, она сейчас, хозяин остался, но под другим названием работает, и это был колоссальный для меня опыт работы именно, то есть это был мой рост профессиональный там. Мы организовывали, то есть вот эти все чартеры, которые летали из Москвы в Неаполь, на Амальфитанское побережье, Иски, вот это были чартеры нашей компании. Но я там проработала 3 года, и, наверное, наступил момент, когда я выросла, хотелось большего, большего. И это все-таки был массовый туризм, и помню, вот приходили заявки более индивидуальные, и от корпоративных клиентов приходили также, и на это не оставалось времени абсолютно, потому что ты вот в потоке был, вот эти чартеры, обрабатывал большой поток клиентов, и, наверное, вот там я поняла, что я хочу, то есть я не показываю Италию такой, какая она есть на самом деле, вот это именно желание показать, то есть Италия это не только вот Колизей, Ватикан, вот, ну, то, что туры, которые были, и вот не думаю, ну, как вот это вот сильное желание меня, скажем так, вот привело к тому, что я открыла компанию. Если честно, вот я сейчас вспоминаю, как это было в 2013 году, и вот сейчас я, наверное, бы сама в шоке, как я открыла.
Вот еще, наверное, очень важный фактор, что порой вот наш мозг, да, когда ты очень много думаешь, тебя он где-то останавливает. А тогда, видимо, еще, может быть, помоложе была, я не знаю. Как-то вот было желание и вот хочу, и все. Как оно будет? Но, тем не менее, я решила это сделать и решила, причем это был очень сложный процесс для меня лично, потому что я решила сразу открыть туроператор, не просто там, ну, могут быть разные формы, да, Знаешь, открытия. извините, я прерву, когда ты сказала, да, что вот решила, открыл, как это, храбрость, граничащая с безумством, да, это состояние, когда ты бросаешься в пучину, не понимая, еще незнание, да, ты не знаешь, что тебя ждет, и как бы легко все получается. Это на самом деле так, и причем у меня не было никаких каких-то там, мне никто не помогал. Я жила на съемной квартире, даже не на квартире, а комнату снимала, потому что, ну, кто знает Италию, кто вот в Европе в целом, кто, коллеги, если будут смотреть, кто живет, знают, какие здесь зарплаты, цены на аренду квартиры, то я жила просто в комнате с другими студентами, хотя я уже была не студент на то время. Ну, вот так вот. И, то есть, абсолютно сама, никаких финансовых каких-то вложений особых не было. Но в этом плане в Италии проще, как бы здесь вложения серьезно не нужны, чтобы открыть компанию. Здесь нужно, если ты хочешь открыть лицензированную компанию, здесь нужно стать техническим ее директором. Для этого нужно сдать экзамен, государственный экзамен технического директора. Вот. Ну, я закончила мастер по туризму, который мне действительно очень помог. Это было, наверное, фундаментальное такое вот эти знания, которые мне помогли получить, сдать экзамен и дальше помогли мне в открытии Меня, компании. знаешь, что все-таки интересует в этот момент, как ты решилась, не имея поддержки, да, ну, то есть, то ли ты действительно не понимала, какие могут быть сложности, какая-то ответственность все-таки, да, потому что мы принимаем людей, это жизни, мы отвечаем, в принципе, за жизни людей в том числе. Как, что внутри было такое, что тебе позволило, продолжать эту дорогу, вот, решиться на это? Ну, наверное, все-таки опыт работы у меня был. То есть я, хотя вот я сейчас не так в себе уверена, сейчас я переживаю больше. А вот тогда я была, ну, у меня был достаточно уже хороший опыт работы и решения проблем. Плюс, когда я компанию открывала, у меня было все официально. То есть это было для меня главным правилом. То есть были все страховки. То есть, как бы я клиенту гарантировала безопасность. И опять же, это все благодаря моему прежнему опыту работы. Хорошие были у меня учителя здесь, в Италии, итальянцы, что, ну, главное правило – это работа только с лицензированными поставщиками услуг, транспортные компании, гиды. Поэтому, то есть, ну и сейчас мы также продолжаем эту политику, поэтому в этом плане я… Ну, то есть все у нас было застраховано, я понимала. Конечно, были моменты, когда, ну, то есть я, например, очень переживала, что там на первый год у меня, допустим, не было офиса где-то вот как-то. Был еще сложный такой момент, хочу поделиться, что в Италии, как только я начала работать, меня уже многие знали, да, коллеги здесь, вот партнеры по старой работе, но меня не очень серьезно воспринимали, да, вот блондинка, ну, еще русскоязычная, как бы, ну, вот есть какой-то определенный стереотип, и я очень долго, ну, сейчас у меня уже имидж, я себя, то есть, работой показала, да, что, ну, были немножко вот предвзятые отношения, если честно, я очень сильно из-за этого где-то переживала, потому что, ну, там, я еще на тот момент даже не была замужем, ну, наверное, тебе кто-то открыл, тебе, наверное, кто-то помог, ну, как обычно, да, вот, и это тоже для меня был такой важный момент репутации, да, имиджа, что и в Италии тоже было, и иногда вот это предвзятое отношение, оно мешало работе, потому что, ну, тоже нужно, чтобы давали хорошие конкурентные цены и так далее. Вот в начале, на первом этапе То есть было такие пришлось моменты. немножечко еще отстаивать себя перед другими людьми, да, доказывать, что ты не только блондинка симпатичная, красивая, да, но еще и человек с хорошим образованием, знающий итальянский язык и законы и все остальное. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, все-таки такой вопрос, который, я думаю, волнует многих женщин в нашем бизнесе, в нашей индустрии. Как тебе удается совмещать и быть еще и успешной женой,
и матерью. Я вот сейчас услышала очень важное для меня, один из твоих секретов, такой важный, как мне показалось. Во-первых, что ты нашла свое место силы, да, потому что тебя это место наполняет, питает, ты из него можешь получать какие-то дополнительные ресурсы для своего развития, для бизнеса. Большая любовь, ты еще сказала, да, это тоже важно. Является ли большая любовь к твоему мужу тоже вот этой вот какой-то внутренней силой для, так сказать, продолжать находиться в ресурсе, да, потому что семья отнимает тоже очень много времени и от бизнеса очень много времени отнимает. Как ты это делаешь? Ну, признаюсь честно, наверное, вот если бы не поддержка мужа сейчас, имея двух детей, я бы, не знаю, смогла бы я продолжить вот сейчас деятельность в том ритме, в котором я ее продолжаю. Наверное, вот в этом главный секрет. Я очень благодарна, что так сложилась судьба у меня, потому что даже сейчас вот я езжу очень много по Италии, потому что, ну, как я уже говорила, что очень сейчас много чего изменилось, нужно постоянно смотреть, когда у тебя группа, ты должен проверить все, обойти лично со всеми, познакомиться со всеми директорами отелей и так далее. Вот. И очень часто мы в выходные едем все вместе, то есть еду я по работе, и со мной едет муж, который... То есть вот таким образом совмещаю, что мы едем все вместе, я работаю, дети со мной, вечером я с детьми, с мужем. И то есть если бы не он даже сейчас, как он мне недавно сказал, даже жертвует своей карьерой ради меня, потому что он сейчас Значит, он в тоже работает. тебе видит в тебе эту силу, эту мощь, которую ты можешь реализовывать. Но скажи все равно, вот какой секрет, все-таки хочу допытаться, что, почему тебе, вот ты говоришь, мы едем там с детьми, там муж, что тебе дает силу держать эту Ну, зону, да, во внимании, скажем так? во внимание, ну, наверное, дисциплина, организованность. То есть вот я с детства была, наверное, вот спасибо родителям, вот приучена, ну, насчет нашей советской, наверное, воспитания, что должно быть все. Вот, всегда помню, что мне папа говорил, вот у меня был страх, вот если не будешь учиться, будешь дворником работать. Так много кому Любимая говорили. пугалка для детей, Да, да. и вот у меня это до сих пор отложилось, и вот эта вот дисциплина, организация, планирование, и обязательно для меня, наверное, чтобы вот быть в ресурсе, это, ну, забота о своем физическом состоянии. Вот я после рождения второго ребенка, несмотря на то, что большая загрузка, стала заниматься спортом. Я нашла время 2 раза в неделю. У меня нет возможности, к сожалению, ходить там в спортзал, либо как-то, но я вот нашла выход, у меня онлайн занятия, и вот уже стабильно 2 года я занимаюсь. Мы находим время, у мужа тоже тренировки, мы решили, что несмотря ни на что, как бы времени нет, оно его никогда не будет. Вот это важно, и мне после тренировок очень сразу стресс уходит, состояние и сон. То есть вот стараюсь уделять внимание больше вот своему физическому состоянию. То есть если я не выспалась, если я лучше пусть это сделаю завтра, там отложу, ну, наверное, вот это. То есть еще забота о себе, забота о своем собственном теле, она тоже дает ресурс такой для поддержания баланса в жизни в разных областях. Правильно я Да, твой да, так. секрет услышала? Да. И даже мы пересмотрели вот, ну, питание в этом плане. То есть я даже стараюсь, вот, ну, всегда об этом думаю, потому что если где-то что-то уже, ну, уже свой организм чувствует, то есть вот это очень важно. Что это как бы дополнительно, что помогает быть в ресурсе. То есть правильно я понимаю, то, что ты такой вот стержень тебе выстраивает, это, конечно, большая любовь, которая живет в тебе, там, к месту, где ты живешь, к своей семье, забота о себе, забота о теле, забота о физическом состоянии тоже встраивается, да, в эту культуру. Дисциплина, как ты сказала, да, что ты... А как дисциплина это выражается? В чем это, ну, кроме физики, да, что еще по жизни ты такое делаешь регулярно, может быть, что тебе позволяет держать себя в балансе?
Регулярно. Ну, оно как-то, честно скажу, вот эта дисциплина, она как-то вырабатывается автоматически, потому что у меня, ну вот в работе, например, у меня очень повышенный уровень, ну как ответственность, я каждому клиенту, каждой группе, каждому заказчику отношусь, ну вот все очень близко принимаю к сердцу, и, ну, это, кстати, скажем так, не плюс, это, наверное, минус, ну, то есть не могу подвести, когда мне доверяют, то есть если я что-то говорю, что мы это делаем, то я должна это сделать на 100%. И, наверное, вот это вот, ну, то есть это не только в работе, также вот и с детьми, да, я, это вот у меня на самом деле такой момент сейчас, я еще не нашла для себя, наверное, не знаю, найду ли вот правильный баланс. Иногда совесть мучает, что, ну, не получается уделять достаточного внимания деткам, ну, вот как хотелось бы, да, потому что, ну, так как я работаю до 6 часов, детки в саду до 6 часов, они маленькие еще у нас, вот, но вечером я стараюсь после, то есть после 6 я как бы не выхожу на связь с клиентами, и здесь стараюсь вот уделять максимальное внимание им, ну и выходные дни тоже. Ты знаешь, вот сейчас важный момент сказал. Ну, Мы наверное, говорили до этого, как-то. просто обращу внимание, может быть, зрителей на это тоже. До этого общались с Аней Кир, у нее тоже маленький ребенок, и она тоже сказала о том, что она взяла за себе за правило после определенного часа, там, 7 часов, она не отвечает на звонки, на имейлы, вежливо говоря клиентам о том, что ответит на все эти запросы завтра с утра. Потому что у нас есть как бы такая, ну, кроме тех срочных проектов, которые сейчас уже идут в работе. И мне кажется, это действительно очень важно, иначе мы, у нас, ну, ты знаешь, да, круглосуточная работа по факту, и мы можем просто настолько в нее уйти, и у нас не остается никакого вообще свободного времени. Поэтому вот это правило, оно мне кажется, ну, прям спасительным на самом деле для от выгорания. Потому что самое страшное, что у нас сейчас происходит, да, на рынке, это выгорание человеческих кадров. Так что спасибо о том, что ты это упомянула, о том, что это действительно тебе помогает держаться на плаву, скажем так. Да, хочу сказать, что мне в Италии легче с этим, потому что здесь, как бы, ну, выходные дни это святое. Это святое, поэтому и у меня есть, скажем так, вот если нам пишут клиенты, я в Италии не рабочий день, все, и как-то воспринимается. Я понимаю, наверное, коллег, допустим, на российском рынке сложнее вот поставить эти границы. Ну да, это фундаментально. Я даже, наверное, вот, ну, постараюсь после 6 вечера даже не открывать почту, потому что приходит какое-то сообщение, начинаешь отвлекаешься, энергия уходит где-то, ну, начинаешь переживать, и уже концентрация, допустим, ну, не та. То есть не, что детям тоже нужно очень много давать на самом деле и быть Да, дети, такой. особенно маленькие, очень много энергии забирают от родителей, это факт. Вот как раз хотела тебя спросить, каким образом, вот, может быть, ты сейчас подумаешь и вспомнишь, ты восполняешь эту энергию, кроме тех моментов, которые мы уже обсудили, что еще тебя питает, дает тебе ресурс вот этот внутренний, жизненный, который ты можешь использовать и на работе, и с детьми? Ну, наверное, отвлекаться от текущих дел – это путешествие. То есть мы очень много куда-то ездим, путешествуем. У меня муж тоже достаточно активный в этом плане. Если это не путешествие, то это всегда выходные. То есть не просто, ну, иногда и просто дома тоже нужно отдохнуть. Но отвлекаться, пойти в музей, пойти в театр, поехать к морю, природа. То есть очень часто, вот сейчас особенно пришла весна, у нас редко весна пришла, у нас нет такого, у нас уже лето практически пришло. То есть это выходные у моря, это тоже очень заряжает, то есть быть на природе и отвлекаться текущей от рутины. То есть вот с понедельника по пятницу мы работаем, у нас вот дисциплина, ритм какой-то, да, а вот выходные дни Как это релакс такой, и да? релакс, да, и разнообразный релакс, чтобы. Наташ, будем потихоньку закругляться. Хочу спросить у тебя, о чем ты мечтаешь, какие у тебя планы? Да, у меня был вопрос по поводу, какие у тебя планы, какие мечты. Планы мечты. Ой, наверное, что касается
Работы. Вот у меня сейчас опять вот выходит на первый план работа, потому что мы вот начали сейчас активно. Для меня этот год, конец прошлого года, этот очень важный период, потому что, ну, у нас был сложный период в плане вот ковид, плюс мы перешли, пришлось нам поменять наш стиль работы в какой-то степени, потому что мы сейчас стали активно развивать другие рынки, европейские в том числе. И поэтому хотелось бы, ну, основные планы — это выйти опять на уровень. В этом году у меня сейчас стоит задача на обороты 2019 года, и в следующем году, вот я сейчас активно по мере возможности готовлюсь, хочу сдать еще пару экзаменов, чтобы именно экзаменов, которые мне помогут принять участие в различного рода государственных тендерах, чтобы начать работать с итальянским рынком. Вот, хотелось бы в работе немножечко, то есть мы, если до этого работали только с русскоязычным рынком, хотелось бы вот на следующий год расшириться и открыть несколько, скажем так, направлений: итальянский рынок, европейский рынок, русскоязычный рынок. Вот, но это требует времени и знаний определенных, поэтому нужно продолжать вкладывать в себя, в свое обучение. Я в этом году присоединилась к ассоциации MPI, Meeting Professionals Italian Chapter, то есть Meeting Professional Organizers, и планирую вот сдать экзамен, сертификацию, да, тоже получить сертификацию как профессиональный организатор мероприятий. Вот, то есть цель основная, планы, мечты — увеличить, масштабировать работу и выйти на более большие обороты. Круто, такие масштабные Вот. планы. Тогда последние вопросы. Какой Да. главный твой секрет все-таки? Секрет. Не бояться, не сдаваться, пробовать. То есть если хочется, вот чувствуешь интуиция, вот слушать сердце, слушать сердце. Если чувствуешь, ну почему бы не попробовать? Идти вперед, то есть всегда можно попробовать. Но, ну, не получится, значит, это не твое было. Нужно, значит, у тебя ждет еще что-то лучше. То есть не бояться, слушать зов сердца. Это, знаешь, это мне вот про тебя, да, такая соединенность сама с собой, которая транслируется в мир. Это действительно вот твоя фишка такая. И что ты можешь пожелать с индустрии? Что бы ты хотела ей сказать? Индустрия. Работа у нас прекрасная, интересная. Пожелать хочу, наверное, всем, вот всем коллегам тоже вот позитива, сил. И несмотря на какие-то сложности, мне кажется, вот сейчас у меня такое впечатление, что на российском рынке, да, вот идет какая-то трансформация, мне кажется. Я думаю, что она очень позитивная, потому что очень активно развивается внутренний рынок. И вот хотела бы пожелать всем коллегам вот удачи и процветания в этом смысле. И у меня, кстати, планы, но хотелось бы, может быть, не сейчас, не в этот период жизненный, открыть направление outgoing. Вот как раз-таки страны. Масштабные у тебя планы такие. Ну. Наташ, спасибо тебе огромное за это интервью. Очень ценные выводы, я думаю, все могут для себя оставить. Да, любовь к месту, где ты живешь, дисциплина, забота о себе, забота о своих личных границах, большая любовь к семье помогает выращивать и соединенность с собой, да, еще слушать интуицию, слушать свой внутренний голос помогает выращивать действительно и бизнес, и балансировать состояние в семье. Всем огромное спасибо за внимание. Мы ждем вас снова в наших выпусках. Спасибо, спасибо большое всем. Пока-пока.